Да ну, что-то, короче, домой надо было срочно, там, что-то семейное. И все, он командир полка подходит, говорит, ну, разрешите мне учиться, говорит, на месяц. Ну, его не отпустили. Он что-то приходит, что-то думает, что делать, что делать. Я говорю, ну, есть, конечно, предложение. У нас бита есть, там, трофейная бита. Давайте я уставлю, сломаю. Он такой, давай. Я ему, короче, пальцы ударил, он уехал, он следующий день приезжает, говорит, мне сказали, это ушиб. Давай, говорит, второй раз. Я ему второй раз ударил. Вот он отмороженный, блядь.